Всем привет, с вами Асинас, и я В-полковник. Мы играем на сервере NMRP. NMRP, ссылка будет в описании на сервере Needmine. NZOZO 2020. С вами еще мой... уже подполковник Трокут и ефрейтор Кирилл, которого сняли недавно. Веня, это мать. Сняли и поставили обратно, он не... Сурка. Так вот, смотрите, у нас как тут... Какой прекрасный интерьер 2020. А вот это... Да, вот эта машина. Я думаю, надо начать. Итак, вот, мы уже сели на свои машины. Я предлагаю отправиться в путь. Ля какие гонщики. Я предлагаю найти какой-то экстрим. Твою мать, я застрял. У нас что-то немножко с этим... Я быстрее. Ой, твою мать. Что-то за гараж выехал. Гонщики. Сейчас, погодите. Я за гараж. Я в деревьях застрял. Понимаю. Короче, ладно. Я сажусь к вам. У меня машина в деревне. Полковник Астинас. Куда едем? Едем. Сегодня у нас программа такси Ашот Кирилл. Он нас везет куда хочет, короче. Думаю, чем? Вообще проехать. Так, давайте, так, ну что, до кого мы поедем? Видите, если мы официальный блок НМРП, нам уже дали официальное разрешение, то я предлагаю засправиться и показать вам новый виз на нашем сервере. Новый виз. Давайте, поехали, поехали. Армия приключений ищет себе. Ты знаешь, куда махать. Знаешь, куда ехать. Да, Кирилл, ты знаешь, куда ехать. Ашот нас довезет быстро, но болезненно. Так вот. Стоять. Остановитесь. Так вот, смотрите, вот наши... Он называется автотюнинг тип. Это... СТО. Два новых СТО. Я уже купил эти бизы. Тут можно менять все. Диск, цвет и спойлер. Да, весь команда тюнинг. Я предлагаю то, что спасибо Денису, то, что он сделал этот виз. Это такая мини-реклама этого виза. А можно еще вопрос? Давай. Только вот я хочу сказать, только не делать вот это управление, типа вот это управление, это ничего не меняется. Это пока что еще не добавили, не починили, да, это кстати, пока что не починили. Давай, подрифти, Ашот, Кирилл, подрифти, давай, Ашот, Кирилл. Улучшение машины, где можно добавить там скорость, управление и т.д. и т.п. Стой, подрифти на улице. Давай, я буду, давай, на счет три, давай, раз, два, три, дрифти. Все, я предлагаю отправиться во второй виз, которого тоже добавит. Ой, чё ты, ё-моё. Поехали. Нормально. И болезненно. Надо потом только тачки починить, я думаю. Быстро на маленький. Вот у меня всегда вопрос такой, зачем так переходить? Так, сейчас мы направляемся во второй бизнес, армия. Он такой же, да, он под землей. Это такой же автотюнинг, называется он механизм. Тоже мой биз с моего второго аккаунта. Тоже мой биз, тут можно сделать все то же самое. Тут есть... Пепси-кол, тут есть худок, тут есть ревкомплект, тут есть А95. Тут он есть два NPC. Тоже... Блин, кстати, я тут мог. Он очень много приносит. И чем отличается нас бис, тут и два NPC. Это, короче, два близнеца, которых когда рожали, они... Денились. И оба продавцы. Короче, один пошел в другого, легче так сказать. Один рабочий, и теперь мы ставим на паузу и перемещаемся в другое место. Давай, Ашот, поехали в Дексер.
Да-да-да, нам надо показать новый Давай, язык, давай. Ашот, такси переформировывается. Давай-давай, трансформер нахер. Поехали. Верю. Поехали. Давай, поехали, да? Ну я ж не дотик, я-то выйду. Все, теперь мы, короче, вплавь, мы вплавь. Ашот, Дексер, мы сейчас сделали правильно. Ася, знаешь, что 50к я лодку куплю? Я хочу лодку. Ну мне дай. Я богатый. А мне, короче, я предлагаю пойти. Я, блин, я все налоги, я трачу все деньги на эти налоги ваши. Вообще, ты в ролик попадёшь, как ты говоришь. Где? А, идем к Бате. По варпу. И мы перемещаемся опять. Мы себе приобрели катера, и я думаю, нам надо заправки Дексер. Потому ля, что сделать две новые заправки. Две новые заправки, это тоже наши дни. А мы, мы по воздуху плаваем. Нет, не наш, один не наш, ой. Погнали, другой. Наш, мать. Другой. Стало шотом. Ля, хотя, ля какая лодка. Смотрите, лодка. Посмотрите, как он идеально управляется. Просто это не наш, он другой совсем. Ищем все другое. Равно, смотрите, это новые заправки на воде, в которых можно поставить лодку и заправить ее спокойно. Спокойно, сейчас я ее заправлю. Управляйте там, ой, там у меня говно, черный экран. Бензин. Ой, ел, блядь. Можно всем сделаем рекламу? ПЗС-2 говно, там бензин вообще не шарит. ПЗС-1 точно шарит. Только я не знаю, где это ПЗС-1. Да ладно. Астинус, что как мы вылетел? Гоняем, как мы гоняем? А давайте как стервятники гоняем. Давайте, гонять как? Будем. Да, давайте. Так, я предлагаю еще найти еще одну заправку. Где-то тут. Она если что дальше. О, вот это. Кстати, а вы заметили то, что вы Девилис? Вон. С очень близко. Вот Якудза, вот тут Якудза, тут Девилис. Это совпадение, не думаю. Совпадение? Не думаю. Так, Дексер, ищем вторую заправку. А где-то тут? Не знаете. Мы потеряли заправку, Хьюстон. Мы сами под потеряли. Это... Опа-на, электричество. Она где этот, короче, колесо вот это, знаете, вот это, где катается, ну, блин. РЕН-ТВ, мы нашли базу инопланетянов. Да-да-да. Высаживаемся для Раша. Кто честно когда пишет? А, нахер слухай. Вы видите, что это инженер, а что он делает? Что это такое? Вы где, пацаны, вы где? РЕН-ТВ. Пацаны, вы где? Мы где-то нашли танки. Эта база не особо актуальна, я предлагаю... Я катаюсь, у меня вода пропадает. А, танки. Я, короче, знаю, где вторая АЗС-ка, но она считается первой. Давайте пора. Все. Вот новая за. Вот мы нашли ее спустя 1000 лет. Да, мы спустя долгих... Вот такая вот долгих... была интересная серия приключений армейцев. Они побывали на... Подождите, это ролик такая, что-то вирусная реклама. Мы тут показали все, что сделали многого на НМ. А это сделал главный разработчик из Сапешка. Вон их не сейчас. А, это он сделал. Так что я говорю, надо обращаться. Мы сделали это на сервере NMRP. А, IP будет в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И так вот, у нас проходит очень... Да-да-да, Марлей помогал. А, у нас проходит очень интересный аукцион. Если этот ролик наберет более 10 лайков за 3 дня. 3 дня максимальный срок. Если этот ролик наберет более 10 лайков, то... И мне, Мариус, и мне.
То тихо, то мне нет Рокет купит младшего модера, да? Да? Всем удачи, да-да-да, всем удачи, всем пока. С вами были Cut Show Squid. И сегодня такие вот веселые приключения армейцев. Как они дерутся? Мне задрал пинать! Пинаем его нахер.